Nokia 2630. Замена дисплея. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia 2630». Классическими причинами неисправности или некорректной работы дисплея являются механические повреждения. Уронили, ударили, раздавили. Меняется он элементарно. Пластмассовой лопаткой отсоединяем коннектор шлейфа дисплея от системной платы и снимаем дисплей. Новый дисплей прикладываем к плате и с обратной стороны пальцем защелкиваем коннектор шлейфа дисплея. Все, дисплей заменен.